Про него говорят, он родился с крыльями. Валерий Розов – дважды чемпион мира по парашютному спорту, победитель чемпионата Европы и победитель Кубка мира. Чемпион России по альпинизму, действующий рекордсмен мира по парашютному спорту. Валерий Розов установил новый мировой рекорд в бейсджампинге, совершив прыжок с высоты 7700 метров с гималайской вершины. И вот теперь Розову покорилась вершина моста Скайбридж. Во время полета бейсджампер был абсолютно спокоен, однако после отметил, для него, как для парашютиста, в новинку крепление за ноги.